Итак, друзья, находимся в суши-баре, точнее, в туалете суши-бара. Вот, хочу вам туалет показать сейчас, да. Очень интересно сделали, вот такое зеркало прикольное. Фонарь какой-то такой, докембрийский. Все так просто, но со вкусом. Сушилка для рук. Два посадочных места, вот два горшочка. Для мальчиков и девочек не имеет значения, то есть очень классно. Вот, и что самое интересное, да, вот так это все выглядит. Шалом! Аколь мецуян хайом. Ма? Кен, они лёмы даберет, зе сертон шель ютюб, зе... Кен. Вот, и что удивило, то, о чем мы с другом общались, вот на планшетах меню... Пожалуйста, видео есть? Нету? Тут есть в Фейсбуке поделиться и все. Вот а, даже поделиться в Фейсбуке. Да, да, я сейчас посмотрю, спасибо. Как вас зовут? Вика. Привет, передай. Окей. Вам нравится здесь работа? Откуда вы? Мы из Бейт Кеннеды, но приехали из Крыма. Из Ташкента есть девушка, вот, пожалуйста. Вот, очень крутое заведение, мне очень нравится, что по ценам, ну, я не знаю, что тут по ценам. Цены очень хорошие. Нормальные? Да, недорого? Вот, знакомые тоже здесь были, им очень понравилось, и я сейчас вот зашел, мы тоже довольны. Хороший дизайн, кошерная рыба здесь, и что еще? И вот это вот то, о чем мы говорили с Маратом недавно, буквально, оно уже работает. Так что, друзья, приходите, Давиди Центр, суши-бар. Как называется? Как называется? Аца. Еще раз? Аца, да? Аца. Ну, пока. Приятного аппетита.